20 мая. Актер Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года. Окончил школу-студию МХАТ. Рок-группа, солистом которой когда-то был Гоша Куценко, называлась «Баранина 97». С этим коллективом начались первые выступления. В 2004 году родился тандем Гоша Куценко and Anatomy of Soul, который, положив основу для начала музыкальной деятельности известного актера, просуществовал 4 года. За это время музыканты дали несколько десятков концертов в разных городах России. Сегодня актер работает в театре имени Моссовета, участвует в спектаклях и снимается в кино и рекламных роликах. Один из основоположников реализма в европейской литературе Анаре де Бальзак тоже родился 20 мая. Крупнейшее произведение Бальзака – серия романов и повести «Человеческая комедия». Творчество Бальзака пользовалось большой популярностью в Европе и еще при жизни принесло ему репутацию одного из величайших прозаиков XIX века. Произведения Бальзака повлияли на прозу Диккенса, Достоевского, Золя, Фолкнера и других. Певец, работающий в жанрах блюз и рок, Джо Кокер отмечает свой день рождения сегодня, 20 мая. Его визитная карточка – низкий хриплый баритон. Жемчужины его репертуара – блюзовые баллады «My Father's Son», «Unchain My Heart», «You Can Leave Your Head On». Кокер – кавалер ордена Британской империи.